Добрый вечер, меня зовут Елена Шабанова, это «Большие новости» на телеканале «Енисей». В крае усиливают контроль и соблюдение правил дорожного движения. Камер видеофиксации на дорогах станет еще больше. Дисциплинируют ли это водители? Эту тему мы предлагаем вам обсудить сегодня с нами в прямом эфире. Ждем ваших комментариев и сообщений. А пока о главных темах этого дня. В крае станет больше комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Где поставят новые камеры и дисциплинируют ли это водители, обсуждаем с вами в эфире. Губернатор Виктор Толоконский встретился со студентами и молодыми учеными. Как будет развиваться региональная наука? Безусловный приоритет. На ближайшую перспективу лет, там, ну, наверное, в 10-15 уж точно, это наука, образование и культура. Российские паралимпийцы не смогут участвовать в квалификации игр 2018 года в Корее. С чем это связано и как реагируют наши спортсмены? Универсиада в Алматы, день третий. Сколько медалей в копилке российской сборной и какими впечатлениями делятся участники проекта «Наши дети»? Ну, я сделал для себя вывод, что надо трудиться. То есть, если чего-то хочешь достичь, то не надо останавливаться. Вместо Средиземноморского побережья – Сибирская тайга. Семья из Сирии открыла бизнес в Богучанском районе. Как они живут? Потом я уехал как в Богучанский район. Как видел, как очень-очень красивый материал, очень красиво сосна, круглый лес. С 1 февраля почти 600 тысяч неработающих пенсионеров Красноярского края получат прибавку. Страховые пенсии увеличатся на 5,4%. Именно таким, по данным Росстата, был уровень инфляции в 2016 году. После индексации средний размер пенсии в крае составит 14 918 рублей. С февраля у неработающих граждан увеличатся страховые пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца. Напомним, в январе все пенсионеры края начали получать единовременную выплату в 5000 рублей. На нее имели право все пенсионеры, которые проживают в Российской Федерации. Сейчас нам поступают документы об отчетности с Почты России, по которым мы увидим, какой процент неоплаты. Но хотелось бы отметить, чтобы наши пенсионеры не волновались. Тем, кто не получил в январе, эта выплата будет произведена в феврале и последующие месяцы. Также с 1 февраля будут проиндексированы на 5,4% размеры ежемесячной денежной выплаты у федеральных льготников. Увеличатся социальные выплаты, это и пособие инвалидам, и ветеранам войны, и героям социалистического труда. Также прирастет бюджет в семьях, планирующих и уже имеющих детей. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и на первого ребенка увеличится до 3600 рублей. На второго и последующих детей она составит более 6000 детей. Это пособие, но в первую очередь, которое выплачивается при рождении ребенка. Значит, и по размеру, если, допустим, в этом году, ну, вернее, в январе еще и в прошлом году оно выплачивалось с учетом районного коэффициента 18 тысяч с небольшим, то сейчас оно увеличивается почти на 1000, будет 19 600. Индексация пособий, которые выплачиваются за счет средств краевого бюджета, была произведена с 1 января текущего года. Губернатор Виктор Толоконский встретился со студентами красноярских вузов и молодыми учеными. В течение нескольких часов глава региона отвечал на вопросы о перспективах краевых разработок, о возможности сотрудничества с предприятиями и в целом о будущем региональной науки. Подробности расскажет Сергей Сеславин. Это небольшое устройство на самом деле суперкомпьютер. Так же, как и в случае с его дорогостоящими профессиональными аналогами, здесь можно увеличивать количество модулей, за счет чего будет расти производительность. И при этом стоимость конкретно этого устройства не превышает 10 тысяч рублей. Автор изобретения Александр Кузнецов – молодой профессор Сибирского аэрокосмического университета. Мощную вычислительную машину он сконструировал сам для обучения студентов. Некоторые из них уже обзавелись личными экземплярами. Как рассказывает сам Александр, сделать аппарат доступным по цене удалось благодаря использованию деталей, как у современных смартфонов. Итог – суперкомпьютер может появиться в каждом доме. Есть идея, значит, внедрить мини-суперкомпьютеры даже в школу. Поскольку дешевизна данного аппаратного обеспечения позволяет, ну, практически в каждом доме иметь такое устройство. Вот. И есть специальный набор программ, адаптированный для школьников, которые мы уже готовы внедрять в школах.
И это лишь один из проектов красноярских ученых. Только в прошлом году на поддержку перспективных разработок из краевого и федерального бюджетов было выделено более 186 миллионов рублей. Сегодня актуальные вопросы науки губернатор Виктор Толоконский обсудил со студентами, аспирантами и докторами красноярских исследовательских институтов. Безусловный приоритет. На ближайшую перспективу лет, там, ну, наверное, в 10-15 уж точно, это наука, образование и культура. И вот здесь будут самые серьезные программы, самые масштабные проекты, самая активная и управленческая работа, и вложение бюджетных средств. Прежде всего, молодые ученые интересовались, на какую поддержку они могут рассчитывать. Губернатор во время встречи дал несколько поручений. К примеру, сконцентрировать внимание Краевого фонда науки именно на тех проектах, которые предлагают специалисты не старше 35 лет. Также распорядился Виктор Толоконский и увеличить количество семинаров и встреч с учеными ведущих исследовательских центров. Участники встречи остались довольны. Совершенно верно заметил губернатор в том, что при необходимом творческом подходе, при необходимом финансировании, мы можем выделить некие новые абсолютно модели, новые тенденции, которые будут реализовываться конкретно в нашем крае. Сейчас в Красноярске готовится к запуску детский технопарк и строится специализированная физико-математическая школа. А значит, прививать интерес к науке жителей края будут с самого юного возраста. Сергей Сеславин, Денис Тимошенко, новости. Региональное правительство утвердило краевую госпрограмму развития транспортной системы. Красноярск вошел в федеральный проект безопасной и качественной дороги. И теперь на протяжении 9 лет будет получать миллиарды рублей из бюджета страны при условии такого же финансирования из краевой казны. Самые масштабные работы запланированы на ближайшие 2 года. Только в 2017 году 1 миллиард 700 миллионов рублей будут направлены на ремонт и благоустройство дорог в Красноярске. 300 миллионов на восстановление дорожных покрытий в пригороде. Еще почти 2,5 миллиарда выделено на строительство развязки в створе Волочаевской и у микрорайона Тихие Зори. Всего за 2 года планируется отремонтировать 250 километров дорог, а это четверть всей сети Красноярска. Начиная с 2019 года начнется второй этап участия края в госпрограмме. Он связан с инвестициями в капитальные объекты транспортной инфраструктуры. Это, по сути, в большей степени строительство и реконструкция. Конечно, нам в те периоды необходимо будет посмотреть по расширению магистралей, по строительству транспортных развязок. У нас направление надо будет на Железногорск, еще у нас там есть отдельные участки закончить. Поэтому вот эти такие емкие инвестиционные работы будут проводиться. В крае начинают работать системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения нового поколения. Возможности этих приборов значительно шире, чем у привычных камер. В чем эти отличия и почему полицейские советуют водителям пользоваться антирадарами, расскажет Алина Штоколова. Этот небольшой прибор нового поколения стоит 2 миллиона рублей. Цена вполне обоснована. Он способен фиксировать превышение скорости сразу на 4 полосах движения. Кроме того, он может увидеть и выезд на встречку, и на полосу для общественного транспорта. Скоро на дорогах края появится 8 таких комплексов. Первая такая система появилась на улице Дубровинского в Красноярске. Мобильный прибор устанавливает специально обученный оператор. Правила жесткие. Не дальше 5 и не выше 2 метров от дорожного полотна. Иначе камера просто не зафиксирует нарушение. Однако у техники тоже бывают сбои. В сети обсуждают превышение скорости на 1400 км в час и выезд тени от машины на полосу встречного движения. Может быть, какой-то будет сбой или в программном обеспечении происходить. Но ГИБДД, ЦАФАП, лице ЦАФАПа, в любом случае сотрудник ГИБДД, он все фотоматериалы проверяет, отслеживает это. Какие-то вот такие браки, то есть они, как сказать, идут в брак. Ежедневно по всему краю работают 31 мобильный и 12 стационарных приборов видеофиксации. Они отслеживают превышение скорости на аварийно-опасных участках как на трассах, так и в городах, и нарушение правил парковки, и выезды за стоп-линии. В ГИБДД отмечают, эффективность использования таких систем выражается в человеческих жизнях. Там, где устанавливают камеры, количество ДТП снижается практически до нуля. На всех участках либо не допущено таких происшествий вообще по причине нарушения скоростного режима, либо эти цифры минимальные, и такие происшествия носят единичный характер. Мы, в свою очередь, рекомендуем использовать антирадар. В любом случае, это профилактика. Водитель будет получать сигнал, что ведется контроль, будет снижать скорость.
В этом году только в Красноярске появятся 4 новых стационарных камеры на улицах Ленина и Партизана Железняка. Вырастет и число мобильных систем фиксации нарушений. Кстати, вопреки расхожему мнению, обозначать передвижные комплексы специальными знаками и разметкой никто не обязан. Большинство водителей привыкли к тому, что где-то на обочине может прятаться радар в кустах. Однако бывают и эксцессы. Женщина одна тут остановилась, значит, измазала краской от ногтей объектив, значит, ну что, вытерли, вымыли, как говорится, дальше начали работать. В общей сложности только в прошлом году в нашем крае камеры зафиксировали почти 400 тысяч нарушений правил дорожного движения. Это принесло в казну больше 200 миллионов рублей. Однако специалисты подчеркивают, установка этих систем направлена не на увеличение количества штрафов, а на профилактику аварийности. Другими словами, не нарушайте и платить не придется. Алина Штоколова, Всеволод Никитин, новости. И сегодня в этой теме разбирался Ян Ермешов. Он собрал все комментарии наших телезрителей, которые писали в социальных сетях, а также в Вайбере и Ватсапе. Ян, добрый вечер. Какие мнения есть к этому часу? Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сейчас мы почитаем, что вы нам написали в течение вечера. Вы сейчас можете высказывать свои мнения, свои предложения по работе камеры видеофиксации. Как-то эти камеры видеофиксации влияют ли на правила дорожного движения или нет? Нас можно писать в социальных сетях, в наших группах, либо отправить свои сообщения в WhatsApp или в Viber. Наш единый номер 8-933-336-7172. В конце выпуска мы еще вернемся к этой теме, и самые свежие, самые оригинальные сообщения мы, естественно, прочитаем. Ну, а вот что мы получили к этой минуте. Елена пишет. Извещения о нарушении не приходят по почте. Узнаю о штрафе через сайт госуслуг с опозданием, чтобы заплатить по льготному тарифу. Возможно ли оперативно узнать о штрафе? Что для этого надо сделать? Кстати, этот вопрос волнует очень многих. Я предлагаю переадресовать его сотрудникам ГИБДД. Я предлагаю нашим редакторам сейчас подозвониться дорожным полицейским и попробовать задать этот вопрос. Ждем звонка, надеемся, что нам оперативно ответят. Ну а пока мы дозваниваемся, вернемся к сообщениям. Если я вижу камеру видеофиксации ГИБДД, то снижаю скорость. Писем не было из ГИБДД, но если что-то, я бы хотела СМС-оповещение, так как прописка в другом городе, неизвестно, пришло оно или нет, я не могу проконтролировать. Вообще видеофиксация дисциплинирует водителей, зная, что на мосту камера стоит и не гонишь, это другое сообщение, но система штрафов оставляет желать лучшего. Письма счастья нет, а счет уже заблокировали. Не у всех есть возможность зайти на госуслуги и посмотреть свои штрафы, особенно в районах. Еще одно сообщение такое. Я стараюсь не нарушать ПДД, но на всякий случай, если вижу камеру, сбавляю. Штрафы не приходили, тьфу-тьфу. Стаж вождения 8 лет. Кстати, дорогие друзья, если вы пишете нам WhatsApp или Viber, пожалуйста, подписывайтесь, будет более удобно вам с вами общаться. Мне сообщают наши редакторы, что дозвонили сейчас до сотрудников ГИБДД. У нас на связи Александр Козлов, инспектор по пропаганде управления ГИБДД по краю. Александр, здравствуйте. Добрый вечер всем телезрителям. Вы меня слышите, да, прекрасно? Да, все хорошо. Александр, почему извещение приходит с опозданием? Вы знаете, есть некоторые сбои системы. Но здесь нужно подходить все-таки к этой проблеме индивидуально, разбираться в каждом случае предметно, потому что есть у нас конкретно сроки поставления данных материалов каждому человеку. Но очень часто происходят такие факты, когда люди меняют место жительства при постановке автомобиля на учет и в соответствии с законом не уведомляют госавтоинспекцию о смене своего места жительства. И данные постановления уходят на старый адрес, где человек уже не проживает. Поэтому есть определенная проблема здесь. Здесь нужно человеку конкретно, конечно, подходить индивидуально. Ну, дешевле все-таки не нарушать правила, чтобы не получать потом штраф. Ну, понятно, Александр, но если все-таки вот есть какая-то возможность более оперативно узнавать информацию о штрафах, чтобы быстрее платить и тем самым получать вот ту самую 50% скидку при оплате штрафа? Да, все верно. Любой гражданин Российской Федерации может зайти на официальные сервисы госавтоинспекции, это www.gibdd.ru, и проверить информацию о наличии штрафов конкретного лица, либо по автомобилю. Но информация, конечно, она приходит, она отображается, но здесь человеку приходится постоянно прибегать к устройствам этой системы. Более все-таки оперативно и без каких-либо затрат временных мы рекомендуем пользоваться порталом государственных услуг. При получении
пароля к личному кабинету и определенные настройки, настраивать уведомления, можно настраивать по смс-сообщению, а также на электронную почту. И при каком-либо изменении, либо окончании срока действия водительского удостоверения, паспорта, либо назначении штрафа, вам придет сразу сообщение на сотовый телефон, как только эта система загрузится в ГИБДД. Это происходит буквально в течение суток. Поэтому если человек не пропустит такую важную информацию, своевременно отреагирует. Спасибо, Александр. Александр Козлов, инспектор по пропаганде ГИБДД, управление ГИБДД по краю, был с нами на связи. Надеюсь, вы поняли полезную информацию. А к теме мы еще вернемся. Пожалуйста, пишите в наших социальных сетях, а также отправьте сообщение на Вайбер и WhatsApp, номер 8-933-336-7172. Мы в конце выпуска еще ваши интересные сообщения зачитаем, а сейчас я передаю слово Елене Шабановой. Спасибо, Ян. Продолжаем выпуск. Уже завтра в Красноярске откроется региональный чемпионат рабочих профессий World Skills. Несколько дней участники будут показывать свое мастерство в токарном деле, парикмахерском, кондитерском искусстве, сварке и других профессиональных сферах. В этом году появились и новые компетенции. Какие, расскажет Ольга Тишенина. World Skills – это самый престижный чемпионат для студентов и выпускников колледжей и техникумов. В этом году в региональном этапе за звание лучшего в своей профессии будут бороться около 500 человек. И впервые не только в нашем крае, но и во всей России. В этом престижнейшем конкурсе поучаствуют и будущие коневоды. Рысью. Составить лошадь, бежать галопом или рысью одним движением корды. Перед чемпионатом Ксения еще раз отрабатывает все аллюры. Искусно управляться с лошадью – это одно из конкурсных заданий. Девушка говорит, приходится непросто, ведь этих животных все участники чемпионата видят впервые, сами тренируются в других конюшнях. Но в этом и суть соревнований. Ты не знаешь темперамента лошади, не знаешь ее характера. Конечно, да, сложно. Но в общем, в принципе, реально найти общий язык с лошадью. Я думаю, самое трудное будет для меня – это галоп, потому что 3 месяца почти не занималась. А еще на чемпионате будущим коневодам нужно будет качественно почистить лошадь, заплести гриву и правильно оседлать, к примеру, собрать уздечку на время. Конкурсанты говорят, конечно, немного волнуются, все-таки они первыми в стране посоревнуются в коневодстве на профессиональном чемпионате. Но страха нет для многих, как для Анны, это родная стихия. У каждой лошади свой характер, и к ней нужно найти подход. То есть, чтобы не было... Лошадь должна понимать вас, но в это время должны вы понимать лошадь. Язык тела. Впервые устроить на World Skills соревнования коневодов предложили в Красноярском аграрном техникуме. Проводить конкурс будут на базе и при поддержке аграрного университета. Организаторы говорят, сами не ожидали, что их предложение вызовет такой ажиотаж. Участвовать будут не только студенты из нашего края, но и вне конкурса из других регионов. Эксперты говорят, интерес к коневодству растет. В основном задействовано в сельском хозяйстве. В чертах города она больше, скажем так, носит характер, приближенный к спорту и к какому-то туризму, к прокату именно на лошадях. На региональном World Skills посоревнуются также токари, парикмахеры, кондитеры, электромонтажники, веб-дизайнеры. Всего 57 компетенций. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Специалисты говорят, для молодых профессионалов этот чемпионат – возможность заявить о себе не только в своем регионе, стране, но и в мире. А в этом году это будет непросто. Существенно усложнились задания для конкурсантов. И выйти на чемпионат России будет не так легко. В этом году чемпионат будет в мае месяце в Краснодаре. Но туда поедут только те, кто пройдут отборочные специальности, конкурсы по определенным направлениям по компетенциям. У нас в России создано 7 межрегиональных центров компетенций, 7. И в каждый из этих поедут наши победители. Там они уже будут соревноваться на уровне всей России. То есть выход уже на чемпионат в России очень серьезный, очень непростой и очень сложный. Первые соревнования регионального этапа уже завершились. Чемпионат продлится до 5 февраля. Тогда и станет понятно, кто будет представлять наш край на российских соревнованиях. Ольга Тишинина, Алексей Гусев. Новости. Как выступает на универсиаде в Алматы российская сборная и какими впечатлениями делятся участники проекта «Наши дети», расскажем через пару минут. В эфире новости. Международный паралимпийский комитет отклонил предложение российских коллег об участии наших спортсменов в квалификационных соревнованиях. На них представители всех стран будут бороться за путевку на зимние игры 2018 года в Корее.
Сложившуюся ситуацию сегодня обсудили члены регионального отделения Паралимпийского комитета страны. Специалисты отметили, пока остается надежда, что за оставшееся время юристы и дипломаты смогут прийти к справедливому решению. Я добавлю, на Паралимпиаде в Сочи участвовали трое спортсменов из нашего края. Двое из них, Валерий Редкозубов и Алексей Бугаев, в сумме завоевали 8 медалей. Три из них – высшие пробы. Эту тему прямо сейчас обсудим с гостем в студии. Я передаю слово Яну Ермешову. Да, Елена, у меня в гостях директор регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Надежда Банникова. Надежда Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Неужели наши ребята потеряли шансы выступить в Корее? Ну да, к сожалению, сегодня ситуация складывается именно так. Международный паралимпийский комитет не принял наше предложение, предложение Российской Федерации. Поэтому ребята, к сожалению, потеряли возможность участвовать в квалификационных соревнованиях. Это говорит о том, что они могут не попасть в рейтинг мировой, потерять этот рейтинг и ну, не принимать участие в международных самых главных стартах для наших спортсменов. Как сами ребята восприняли это? На самом деле предполагалось такое решение, потому что уже в ноябре месяце те требования, которые Международный паралимпийский комитет выдвинул нашей стране, они были... Было понятно, что Россия не может принять эти требования. И, почему? Потому что они касались даже в какой-то степени унизительных моментов. Например? Например, Паралимпийский комитет российский по требованию Международного паралимпийского комитета должен полностью отчитываться о подготовке наших спортсменов, включая разные формы, средства, методы. Причем комиссия МПК должна иметь неограниченный доступ ко всей этой информации. Что точно противоречит не просто подготовке спортивной, но и, в принципе, правам человека. И странно было то, что наш паралимпийский комитет не имел права включать состав исполкомов чиновников российских. Он должен был руководствоваться только требованиями Международного паралимпийского комитета, независимо от тех направлений государственной политики, которая ведется в нашей стране по развитию паралимпийского движения. Это, безусловно, не могло быть принято нашими руководителями, поэтому очень большую работу паралимпийский комитет провел для того, чтобы как-то, скажем так, ослабить позиции международников. Угу. Но, к сожалению, вот мы узнали о такая, том, да. Что да. Но подготовка продолжается? Совершенно верно, подготовка продолжается. Мы не можем терять наши позиции. Безусловно, соревновательная деятельность для наших спортсменов – это очень главное. А на сегодняшний день они не имеют такой возможности выступать, состязаться. Но, тем не менее, у нас впереди чемпионат России. Сейчас ребята находятся на сборах в Южно-Сахалинске. Я думаю, что мы будем все делать для того, чтобы они не потеряли эту спортивную форму. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. У нас сегодня в гостях была директор регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Надежда Банникова. Ну, а я передаю слово Елене Шабановой. Ну что же, не будем терять надежду. Мы продолжаем выпуск. В Алматы сейчас находится делегация из Красноярского края. Специалисты дирекции Универсиады 2019 набираются опыта проведения подобного турнира. А наш корреспондент Андрей Стародым побывал в Алматы-арене и деревне Универсиады, которые построили в Казахстане специально для проведения Всемирных студенческих игр 2017 года. Алматы-арена – гигантский спортивный комплекс с двумя ледовыми полями. Вот на этом месте примерно я стоял 2 года назад, и тогда здесь еще был просто котлован. Эти кадры можно посмотреть. У строителей все получилось. 12-тысячная арена – это современный многофункциональный комплекс. Во всей красе он предстал во время церемонии открытия универсиады. А после проведения игр здесь планируют не только заниматься фигурным катанием, но и проводить различные выставки и форумы. По предварительным расчетам дирекции универсиады в Алматы, ежегодно посещать эту арену будут около 600 тысяч человек. Малая Алматы-арена – это отдельный стадион, построенный специально для кёрлинга. Здесь 5 дорожек, а также зрительские трибуны, которые вмещают 475 человек. На малой арене стартовал турнир универсиады по кёрлингу. Заняты все дорожки. На одной из них мужская сборная России борется с командой Японии. В результате точного расчета и тщательно продуманной стратегии россияне победили японцев со счетом 7-4. Турнир по кёрлингу пока проходит круговой этап. Финалы состоятся 7 февраля. В шаговой доступности от комплекса Алматы-арена построена деревня универсиады, состоящая из 14 зданий и рассчитанная на 5000 человек. После игр она станет
жилым микрорайоном. Познакомиться с этими и другими объектами универсиады и организации соревнований в Алматы приехала большая делегация из Красноярска. Главная задача – набраться опыта. На каждом направлении специалисты из Красноярского края наблюдают, как проходит процесс, а также участвуют в обучающих семинарах. Чувствуется, что ждали эти игры здесь, в Алматы, с первых же секунд работа волонтеров, работа персонала, оргкомитета направлена на то, чтобы каждому гостю универсиады, каждому спортсмену было здесь комфортно. Ну, так же будет, наверное, и в Красноярске, надеюсь? Безусловно. Я думаю, что вот с точки зрения гостеприимства мы точно никому не уступим лидерство. А вот еще кадры чуть более чем двухлетней давности. Это разравнивают площадку под строительство еще одного ледового дворца. Он называется «Халык-арена». Какой она стала, покажем в следующих сюжетах из Алматы. Андрей Стародым, Андрей Крупнов. Новости. В Алматы же сейчас находятся и участники проекта канала «Енисей. Наши дети». Ребята побывали на соколиной ферме и на горе Коктебе. Сейчас на прямой связи со студией корреспондент Андрей Стародым. И мы сможем узнать все подробности. Мне говорят редакторы, что, к сожалению, звонок сорвался, поэтому мы продолжаем выпуск. Как живет на севере края семья Исири и почему они решили переехать в сибирскую глубинку, расскажем после рекламы. В эфире новости мы продолжаем. Нам все же удалось связаться с нашей съемочной группой, которая сейчас находится в Алматы на Универсиаде 2017. Там же находятся и участники проекта канала «Енисей. Наши дети». За предыдущие дни ребята побывали на соколиной ферме на горе Коктебе. Сейчас на прямой связи со студией корреспондент Андрей Стародым. Андрей, добрый вечер. Скажи, как дела у ребят, какие впечатления везут домой и какие успехи у нашей сборной? Да, добрый вечер, Красноярск, Красноярский край. Я сейчас нахожусь на Медал Плаза в Алматы. Именно здесь через несколько минут вот на этой сцене начнется торжественная церемония вручения медалей победителям Универсиады 2017. Вот я слышу уже позывные, фанфары. Сейчас-то действие начнется, но пока я расскажу о том, как здесь проводят время участники проекта «Наши дети». Так вот, ребята посетили соколиную ферму «Сункар». И это не случайно. Они познакомились с живыми соколами и грифами. А символ Универсиады 2017 года – это как раз и есть сокол «Сункар». Поэтому это очень все символично. После этого ребята посетили высокую гору Коктебе. Именно с нее открывается прекрасный вид на Алматы. Ну, правда, были уже вечером. Темно, но зато прекрасная вечерняя Алматы, которой тоже можно насладиться. Конечно же, все участники проекта, наши дети, воспитанники детских домов Красноярского края остались довольны. Ну и потом мы поговорили и в целом подвели некоторые такие предварительные итоги этой поездки в Алматы. Давайте послушаем, что говорят ребята. Когда я сюда приехала, я увидела, что народ здесь очень добрый. И они к любому человеку с душой, и смотришь на них, и понимаешь, что ты другой, и нужно становиться тоже добрым, и относиться по-другому к людям. И благодаря этому народу я, можно сказать, стала другой. Я стал более трудолюбивый, я поставил себе более конкретные цели в этом случае, и, конечно же, я набрался большего позитива. Я сделал для себя вывод, что надо трудиться, то есть если чего-то хочешь достичь, то не надо останавливаться. Было время, то есть я действовал безрассудно, не понимая, то есть, какие последствия будут после этого. Но жизнь учит, как бы опыт дается везде, во всем. И как-то я стал более собранно ко всему относиться, то есть продумывать действия наперед и стараться как-то правильно идти.
Ну что ж, церемония вручения медалей уже началась. И вот первые победители получают эту заветную медаль для каждого, конечно же, спортсмена, особенно вот студенческого спорта. Ну а я хочу подвести итоги сегодняшнего спортивного дня. Россия снова впереди. И очень много медалей завоевала. На первом месте 8 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые. Это за 2 соревновательных дня. На втором месте вышла сборная Казахстана. То есть хозяева этого турнира. У них 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые награды. Ну и уступил второе место по результатам второго соревновательного дня сборная Китая. 2 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые. В общем, в любом случае можно поздравить всех спортсменов. Церемония награждения началась. Мы сейчас тоже пойдем туда снимать, разговаривать с победителями. Ну и, надеюсь, скоро покажем вам. Елена. Спасибо. Спасибо, Андрей. Ждем вас дома. А мы возвращаемся к главной теме этого дня. Напомню, мы сегодня обсуждаем работу камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сегодня сотрудники ГИБДД и Крудора пояснили, что новые приборы, следящие за нарушениями в скором времени, появятся на дорогах Красноярского края. Ян Ермешов снова в студии. Ян, есть ли новые сообщения от наших телезрителей? Да, конечно, есть, Елена. Вот что нам пишут. Мы обсуждаем. Напомню, телефон, WhatsApp и Viber у нас 8-933-336-7172. Также вы можете оставлять свои сообщения на наших группах в социальных сетях. Итак, вот что у нас есть сообщение в WhatsApp. Вполне правильно, что стоят эти камеры. Когда вижу их, снижаю скорость, хотя я ее и не превышаю. Один раз пришел штраф за пересечение стоп-линии в центре города. Оплатила, и все в порядке. Одна знакомая оспаривала штраф, но так и ничего не добилась. Хотя все-таки штраф оспорить можно, насколько я знаю. Каждый день возвращаюсь домой по улице Семафорной и всегда притормаживаю перед камерами, хотя слышал, что возле Мичуринского моста уже давно не работает. Лучше притормозить, чем платить штраф. Могу вам сказать, что сейчас все камеры в Красноярске работают в видеофиксации. Ехал с Кедрова до Емельянова, насчитал 5 или 6 камер на обочине. Немноговато ли? Дисциплинировать должны не камеры, а пример других водителей. Разруха в головах. Вот такое мнение. Здесь и противоположное. Надо побольше. Может, и меньше нарушений будет. Еще одно сообщение. Всегда только приветствую новшества, влияющие на снижение нарушений правил дорожного движения. Чем меньше будет нарушений, тем реже мы будем видеть в наших новостях трагических случаев дорожно-транспортных происшествий. Всегда обращаю внимание на места, где установлены приборы фиксации нарушений. Да и основная масса водителей знает эти места и старается на этих участках не нарушать. Хотя не нарушать правила нужно везде и всюду, даже там, где этих приборов нет. То есть сегодня практически вот те сообщения, которые мы читали, они, в принципе, сходятся, все наши зрители сходятся во мнении, что это хороший способ для того, чтобы как-то снизить нарушение правил дорожного движения. Спасибо вам за ваше сообщение. Сразу после выпуска новостей мы продолжим эту тему, обсуждать в программе интервью с представителем ГИБДД. Поговорим в том числе, где установлены стационарные камеры, как работают переносные приборы и как не попасть на штраф. Не пропустите. Ну а сейчас слово моей коллеге Елене Шабановой. И еще одна очень интересная тема. В Богучанском районе уже около 10 лет живет сирийская семья. В поселке Хребтовом, в 140 километрах от районного центра, уроженец города Хамса Майн Амар вместе с сыновьями открыл собственное дело. Чем привлекла их сибирская тайга, расскажет Леонид Юрков. Богучанский район – рай для лесозаготовителей. Местные сорта древесины известны на весь мир. По плотности волокон и красоте с ангарской лиственницей может подтягаться разве что американский дуб. Именно это богатство здешних лесов и поманило сюда уроженца Сирии Майна Амара. Он начал заниматься лесом еще в 80-х. Работал в Польше, в Болгарии, но бросил все, увидев сибирскую тайгу. Мы приехали здесь в Россию как бы в 1998 год. Как начали искать, как купить туда-сюда, потом я уехал как в Богучанский район. Как видели, как очень-очень красивый материал, очень красиво сосна, круглый лес. Сначала Майн продавал круглый лес, потом сам начал обрабатывать его и продавать уже готовые пиломатериалы. Брус, доски, рейки. К 2007 году на вырученные деньги он построил собственный цех. Почти все изделия уходили на экспорт в Сирию. На помощь своему отцу, отказавшись от карьеры юриста, вслед за Майном в Сибирь приехал его сын Ганим. Вот мне нравится русский народ, терпеливый народ, очень, особенно сибирские люди. И, как не знаю, добрые они очень здесь.
люди. И восприняли нас очень хорошо, как, когда приехали. Дела шли в гору, но все изменилось в 2011 году, когда в Сирии началась война. Младшего сына Майну пришлось забирать не из мирной Сирийской Арабской Республики, а уже из сущего ада. Через неделю боевых действий в родном Хомсе дом их семьи разбомбили террористы. А в одной из бомбежек позже погибла и супруга Майна. Об этой тяжелой утрате мужчины на камеру предпочитают не говорить. Это слишком личное. Я просто хочу, чтобы война в Сирии кончилась. Чтобы остановили войну, остановили кровь, и все жили мирно и счастливо. Это всего, что я хочу. Сейчас Майн со своими сыновьями живет в небольшом поселке Хребтовом. Его здесь знают все, причем только с хорошей стороны. Помогает всем бюджетным учреждениям, то есть школу, детский сад, администрация, больница никогда не отказывает. В наше время очень важно, когда такие люди есть на территории. Иногда обращаются к нему за помощью, вот бабушкам там нашим, одиноко проживающим, нужно отремонтировать забор или тоже крылечко. Майн всегда идет навстречу и всегда помогает. Борщ я сделал, он вкусный, очень вкусный. Блин, я не умею, это как джинский. К тому же Майн очень гостеприимный человек. Дома за чашечкой сирийского кофе он рассказывает, что очень любит готовить и уже осваивает русскую кухню. Нашу съемочную группу, например, Майн угостил малиново-брусничным вареньем собственного приготовления. Ягоду для него Майн собирал в местной тайге, просторы которой пока ни он, ни его сыновья покидать не планируют. Леонид Юрков и Александр Шумилин. Новости. В Красноярске стартовал ежегодный конкурс «Самый благоустроенный район». В этом году ожидается серьезная финансовая поддержка с федерального бюджета. Об этом и многом другом говорили на выездном заседании конкурсной комиссии, которая состоялась не в администрации, а в городской школе. Подробности далее. Как благоустроить родной школьный дворик, знают ученики Красноярской школы номер 76. На защиту проектов приехал глава города Эдхам Акбулатов. Авторы идей – учащиеся 6-11 классов. Одни из них мечтают сделать музыкальную гостиную под открытым небом, другие – украсить забор детскими рисунками к юбилею Свердловского района. Идей много, но главное – ребята хотят сделать территорию привлекательной для всех жителей округи. Некоторые проекты дети сумели воплотить в самой школе. Здесь маленькие дизайнеры преобразили столовую, украсили колонны, сделали уголок отдыха в месте, которое обычно пустовало. Эти манекены в роскошных нарядах, которые шили сами ученики, установили в холле на втором этаже. Здесь как-то дополняется эта экспозиция? Или да. То есть появляются новые поделки? Да. В этой школе прошло заседание экспертов конкурса «Самый благоустроенный район города». Члены городской комиссии собрались в учебном заведении, поскольку планируют уделять больше внимания инициативе молодых. В этом году, благодаря господдержке, проект переходит на другой уровень. На благоустройство российских дворов и создание комфортной городской среды в федеральном бюджете предусмотрены 20 миллиардов рублей. Ожидается, что в Красноярске денег хватит на благоустройство почти 200 дворов и общественных пространств. Мы рассчитываем, что этот год это будет годом масштабных работ по преобразованию городской среды как во дворах, так и на территориях скверов, парков. Это будет конкурс общественных инициатив, в котором должны победить проекты, которые наиболее продуманные, проекты, которые подразумевают активное участие горожан в реализации этих проектов. Положение конкурса несколько изменится. Появятся две новые номинации – «Лучший спортивный объект» и «Лучшая территория вузов». Об изменениях можно будет узнать на сайте городской администрации. В 2016 году жюри конкурса «Самый благоустроенный район» получило почти 4500 заявок. В этом году ожидается еще больше. Валя Шарыпова, Артем Струговец. Новости. На этом у меня все. Прямо сейчас время интервью. Ян Ермешов продолжает обсуждать со специалистом тему усиления контроля на дорогах края. Всего доброго, до встречи.